Давай, поджамни быстро. Сука. Все, не дадут мне поджать сегодня. Кто же мой любимый персонаж помимо Паджа? Даже не знаю. Так, насчет того, что апскейл от белого урона. Я в курсе того, что от белого урона идет увеличение, ну, от тотема. Но суть не в этом, как бы. Просто это можно очень жестко заабузить. Заработать себе там урона 200, скажем, и это уже будет неплохо. А у Рубика само по себе белого урона много. Так что мне этого будет хватать. Тотем вот будет не очень удобно угонять. Это война. А чё он там сядет? Чё Сентрак привез? В смысле, так погоди. Кого, собственно, извините, у него Сентрак. Так, ай, не надо. Мне тут еще Аган нужен, полюбас. Ну, потому что без Агана две кнопки не украдешь. А с двумя кнопками я буду еще более еще хуячить. Во, пошло пробитие наконец-то. Ну ладно. Мне кажется, он банку себе фастовую хочет взять. Что он делает? Хуйню, слышь, моляет. Че, Кайлон что хочет ударить? Правда и правда. Три души аж набил, магиот. Ой, блядь, черт! Ну, он видел то, что я ворот поставил, как бы, да. Я только потом заметил то, что у него сентряк есть. Так что это моя ошибка была. Тебя в дуэли не отпиздят? Не отпиздят. Я их сам отпизжу. Недооценивай мою мощь. Да-да-да-да-да-да, и да-да-да-да-да-да-да. Согласен. Слабовато, показывай еще, что можешь. Угу, стики взял. Ну я не так часто кнопку нажимаю. Я ж только на молнию, чтобы добить, нажимаю. Че, еще будет молния, да? Не. Ага, вот это проблема для меня, мне нельзя рейнджа терять. Ударь. Молодца. Так, вот эту крипа надо донать сейчас. Да-да-да-да-да-да. Что, бля? Удар. Давай. Сосать! Моё. Это что-то... Так, он начинает меня злить. Я хочу получить койл и сломать ему ебучку. Слышь ты. Как тебе такое? Нравится, когда донает? Вот и мне не нравится. Нихуя, что ты можешь... Так, он шестой получил. А я не получил. Сейчас всех крипов передынает. Все отлично, можно койл воровать. Койл, койл, мне быстро нужен койл. И две колоретки. И вард. Где кайлист? Мне нужен его койл. Гони койл. Что такое? Что это за койл? Повезло, не повезло? Не повезло, ну все. Это провал. Там ИСФ сейчас на хосте какой-нибудь побежит ебучки всем ломать. Чё за рун-то покажи? А, регенка клёвая, я тоже такой хочу. Отдай ему её собью. Ты чё, тот же самый койл что ли угнал? Да ты блядь, прикалываешься надо мной, игра? Как можно дважды один тот же койл угнать? Ага, у неё там сетряк стоял. Ха. Так, это дальний койл, это должен быть дальний койл, отлично. Сейчас я могу его поймать за жепу. И на внезапничек сломать его. Но это нужно экстра внезапно делать. Чтобы он такого не ждал. Все отлично, лежать бояться. Дал экстра внезапность, отработала. Скриптовой привет. Это типа он считает за скрипт, что я две кнопки смог нажать. Жуво. Да, меня еще скриптером никогда не обзывали за то, что я две кнопки нажал. Да твою мать, почему она снизу, когда я пошел наверх? Алло! Можно руну выдать мне? Что за хуйню ты мне дал? Иллюзия. Что это за хуйня? Согласен. Почему ему регенка, а мне вот это вот? Блин, один килл сделал, осталось еще 24, кстати. Я уже забыл, что киллы набивать надо. Стоп, вижу шейкера, пойду шейкер захуячу. Ага, вард ломает. Надо на обход идти, чтобы он не знал. Опа, стоп, что такое, ну-ка. Я в засаде. Ха. И где он? Ха. А. 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 Нихуя. Виверна, молодец.
Уважение к Виверне. Чел не добил. Хотя мог. У него тотем, блин, не замакшенный, на единичку вкачанный. Я думал, там посильнее будет. Не трогай. Слышь, кнопку гони. Кнопочку мне бить странно. Кнопка? И это... Это средний койл вроде как, да. Руна где? Снизу. ДДХ? Бля, хуета, конечно, но это уже не так плохо, как кажется. Вроде как я могу сейчас с ним закусить. А он очкует, он боится. Я понимаю, это выглядит внезапно. Но так надо. О, это дальний койл. Это хорошо. Это заготовочка на будущее, в общем. Да ты кто такой? Чтобы так миссовать, алло. Это средний? Да ты чё? Это дальний. Подходи, поговорим. У Леги еще нет шестого, у нее есть седьмое. Ага. Согласен. Блять, это в итоге еще средний, что ли? Я что-то его как-то не чувствую, нихуя. Ладно, пойду наверху грязь делать. О, чистый урон подъехал. Бам! Бам! Кто так моей вышке доколебался? Слышь ты, пес. Пшел вон! Где мои типчики? Это заслуживает типчика. Ля, чел так хотел эту вышку, а в итоге получил хуй. Это ближник, нет? У меня тоже нет. У нас что, у всех, что ли, нет телепорта? Он взял ульту? О, у него есть ульта. Мне это надо. Гони, гони ульту. Ульту гони. Блин, он что-то видел. Хуёво. Еще я репел на единичку вкачанную угнал. Тут вообще ничто. Дай кнопку угнать. Кнопку. О, вот это неплохо. Вот это мне надо. Где он? Но опять эта хуета на единичку вкачанная. Мне нужно не на единичку, мне нужно хотя бы на троечку. Йоу. Ля, бежит такой дядя нахуй. А просветов-то нема. Нихуя себе. Вот это сейчас внезапно было. Так, а вот это дальний койл. А, ну да, кстати, да, это дальний койл. Все, окей. Это что, гем что ли покупать теперь? Да ну нахер. Не, гем я просру. А как мне теперь, типа, понять, что чел рядышком бегает? Хуй ты угнал! Но я все еще могу переиграть челика. Да блять! Ля, нападите на меня кто-нибудь. Я хочу, чтобы меня сломали. О, нет, не сейчас! Я шмотку покупал, ебанутый, алло! Прекрасная душа. Блять! Вынуждает. Хуёво. Бля, бегом. Шмотку подними, дурачок. Кстати, он урон заработает. Да, он урон заработал. Блин, он шмотку-то поднял. Он шмотку не поднял, охуенно, шмотку просрана. Здесь, походу, вард стоит. Угу. С удовольствием. Наверное, после того, как куплю себе аганим, я в себя гем засуну. Уж так меня СФ будет по КД кромсать стопудово, если я не буду его видеть. То чисто на скане как-то можно его подловить, и то не факт. Какой же я медленный, а? 335 МСов, это вообще что такое? Когда двигаться? СФ, а вижу? СФ, СФ, СФ. Покажи себя. Да.
А если в чат не бомбанет внезапно? Да подойдет, охуеет. Давай, подходи. Ну и сейф, вообще ты чу. Дай кнопку. Быстро. Даже до стены нажимать не пришлось. Так. Нападай! Согласен. Обязательно. Поберегись. Так, подожди, 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 мужик, не надо так давить. Все нормально, все в порядке, все под контролем. Сейчас под нами сейф может оказаться. Если уже не под... А нет, на снизу. Капец, я медленный. Хорошо. Да почему у них все кнопки хорошие на единичку вкачаны? Алло. Балан вообще бесстрашный. Сейчас не бомбанет? Страшно. Мне. А вдруг прямо сейчас подо мной? А я без гема. Ну ладно, он не может бесконечно в инвите быть. Он боже себя спалил. Кого я вижу? И тут тотем. Он как будто специально тотем не качает больше, чем на единичку, потому что оно ему не надо. Или как будто он меня услышал, я не знаю, что за... Может закуситься с ней? Ты куда пошла? Хуяч меня? Меня хуяч? Ну ты чу? Ну ты чу или не чу? Бей меня. Заебал. Не бьет. Не хотит. Это печально. Баный, блядь. Смотри, как умеет. Есть за что, блядь. Почему я не могу думать, блядь, кидать одновременно голосовые треки? Ща вся хуеет, потому что, блядь, новый алерт мне этого не дает просто, блядь, физически сделать. Блядь. Я кидаю трек с донатом, блядь, с голосовым, нахуй. И он говорит, иди нахуй. Он просто не хочет загружать, блядь, эту страницу с картой, блядь. Дал, что могу. Тимурку ненавидит. Что за хуйня тут происходит? Короче, Кирюха, скажи Борщику, что принял вызов Бог чате за руку. А сам лови мою донатку, помни 4-го 1-го. Да! Расхуячено! Блин, мне 25 киллов набить надо, я только 5 набил. И это маловато будет, нужно больше. Че, не получилось? На нахуй. Охуенно. Блять, че за тюр, бля. Че за хуйня? В смысле? Я из купола выпрыгнул. Он не должен был меня бить. Алло, где? Где? В смысле? Где справедливость? Слышь ты, хуйня, гомахаться. Заебал гомахаться. Что за пусть легионка? Почему она боится убить Рубика? Я Рубик, алло, бей меня, пожалуйста. Она реально меня боится. Где такой видел, чтобы легионка Рубика боялась? Я вот впервые вижу. О, шик. Бам. Так, ну у меня теперь гемчик есть. Лови хуйню. Хуй ты угнал. Бам! А вот эта вещь очень сильная. Надо ее поставить на дэшку, кстати. Бля, а я не подумал об этом. Это ж хаммер ёбнутый. Ну в плане того, что он же чистым уроном бахает. Ну-ка. Сколько там 287?
Блин, тут если. Тут столько кнопок охуенных! Я слышал телепорт. Кнопку гони. Всем с вами радио. Хуй ты угнал. Взяли, все сдохли. Зачем помирать? Релиш, если я помру сейчас. Непременно. Угу. О, берем. Рубик не знаю. Так. Звучит неплохо. Легионыч, что у тебя есть? Хуй-то! Я когда-нибудь украду ее ульту. И будет разъеб. Честно-честно. Я понял. Это точно когда-то произойдет. Проверишь свою смелость. Он себя убьет, обратно. Бам! Все, внезапно. Это я. Еще бульту легионки ухнать, а чип. Прекрасно. Но у меня ее нет до сих пор. Я все пытаюсь. Военный круса. Малеха подмешала мне сейчас эту курса жить. Помешала, да. Ну, все равно неплохо получилось. Хотя нет, плохо получилось. Надо по новой. Ты куда? Я и только начал. Кого? Согласен. В смысле, блин? Он власть. Ебо. Так, живем. Нахуй. Обратка сейчас будет? Будет обратка, будет разъеб. Давай, хуярь! Что ты, блядь? Что ты? Нападай, ебать! Давай, хуярь меня, блядь, давай! У, сука, слабак, блядь! Ну, я драться хочу, верни меня в драку! Да, блядь! Да сука! Кто опять? Я только-только вкус драки почувствовал. Маны маловато будет. Надо увеличить чуть-чуть. Ты что? Хуй-то какая-то. Так, то у меня тотем появился. Это уже хоть что-то. Итого, маловато будет, блин. Да есть что? Ох ты. А что с рейнджой? А как он так дотянулся? Я же далеко был, нет? Блин. А, гемчик не просрите, гемчик лежит. Типа из меня выбился. Скай, положи гем в курьера. Я его себе заберу. Оп. Спасибо. Видите, там Войт уже такой на очке. Блин, я гем не забрал. О, в смысле ты дальше пошел? Ты сейчас как сделал? Ёбаный волшебник, блядь. Алло! Он что, из леса? О, а, я понял, как он перемещается. Это чел по лесу двигается. Он типа запрыгивает в лес и тупо на блинках прыгает все это время. Поэтому я его найти не могу. Нормально. Захуярили молодого. Теперь не без купола. И капец, я на всю карту могу перелетать. Сейчас линзу еще дальше могу. Ты охуеть. Что с рейнджой? Так у меня ман очень быстро кончается сейчас. Так. А где Войт? Пацана потеряли, походу. Покажи! Я думал, у него ульту угнать. Че угнал? Я так ульту у него не угнал ведь.
Хорош. Парни, я помог. Как видишь, тут не получается набить 25 фрагов. Пока что только двенашку смог набить. Вообще такие челленджи до бесконечности можно делать. Не всегда получается что-то подобное вытворять. Ну не получилось, не получилось. Пусть с ним еще раз попытаюсь. Ну трай такой красивый получился все равно на Рубене-то. Прям красиво. Все, пацаны, я на стрёме. Там СФ что-то, кстати, собирался делать. Я что-то это не заметил, что он там собирался делать-то. Он же говорил, что типа подожди чего-то там. Чё ждать-то? Сколько еще ждать? Я так ни разу и не украл ульту ее. Я пытался, но не получилось. 31 тысяча урона. И он что-то как-то... 5 раз Вейда убил. Фигась.